Вас вітає Політека Ньюз. Засновник сайту Політикус Вульгарі сьогодні разом із нами Сергій Лямець до нас завітав. Доброго здоров'я. Вітаю. Дякую. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, з якими інсайдами ви до нас завітали сьогодні? Я бы не сказал, что это инсайды, да. Давайте по последним событиям, которые были. Первое, конечно же, это катастрофа просто во внешней, ну, в управлении экономикой, потому что Китай, который вырос во время кризиса и во время обрушения всего на 18%, а Украина в это время не может даже победить эпидемию, но это четкий показатель того, что нынешняя власть, она совершенно не умеет управлять страной. Это первое. Второе. В этой связи очень интересная эпопея вокруг следующего премьера. Понятное дело, уже давно идут эти разговоры о том, что Денис Шмыгаль, конечно, бездарь, и что он просто техническая персона, которая утром принимает задания от офиса президента, а вечером отчитывается о выполнении, так же, как и Верховная Рада. И давно уже стоит вопрос, что вообще, что мы будем с этим делать? Вроде бы все неплохо. Шмыгаль самая удобная, на самом деле, фигура для Зеленского, потому что он, безусловно, берет под козырек все, что ему спускают. Вот в этом он идеален, и то, что он Зеленский не умеет, сказал, Шмыгаль есть. То, что он не умеет управлять страной, это для нас плохо. Для Зеленского это очень хорошо, потому что Шмыгаль видит, что задача неисполнима, но он говорит, будет выполнена. И ему как бы все равно, он видит свой интерес, и для него это, знаете, цель оправдывает средства. Но дело в том, что экономика Украины валится дальше. То есть мы уже остались без поддержки МВФ. Я так подозреваю, у них тоже расчет на то, что мы придем в некую тупиковую точку и возопим о помощи, что же нам делать. И вот тут возникает давняя уже дилемма, кто же будет тем человеком, который заменит Шмыгаля. Кто той рятівник, чи та рятівниця? Да. И тут две модели поведения. Выбор, на самом деле, между двумя моделями. Первое. Это условный Шмыгаль 2.0. Неважно, как будет фамилия этого человека, но он условно займет место Шмыгаля и будет точно так же каждое утро принимать задачи от офиса президента, вечером отчитываться о выполнении. То есть это исполнитель без собственного мнения. Это, скажем, такая вот удобное продолжение офиса президента. Если Зеленский пойдет по этой модели, даже вот якобы признав ошибку, что Шмыгаль это была ошибка, что вот так не надо. Если он назначит следующего Шмыгаля, это одна модель. Вторая модель – это то, что он назначит некого сильного кандидата, который условно возьмет ситуацию в свои руки и начнет выстраивать порядок в разных секторах, потому что экономика в кризисе, ее надо оттуда вытягивать. Никогда экономика сама по себе из кризиса не выходило. Но знаете, это как человека вынуть из депрессии. Так оно само по себе не бывает. Само по себе скорее этот человек выпрыгнет с балкона или вскроет вены. Но редко человек сам по себе выбирается из депрессии. То есть не нужна некая внешняя помощь. И вот. И вопрос, кто может быть таким премьером. Сильных фигур называлось много, ну, скажем, много, скажем, там, ну, пяток человек, я просто не хочу вредить этим людям тем, что я даже просто вспомню их фамилию. Потому что тут же, извините, там, офис президента включит говномет, и этих людей начнут топить репутационно, хотя делать этого, как по мне, не стоит. Но вопрос возникает в том, что сильный премьер – это в каком-то смысле конкурент офису президента. Потому что наверняка наступит практически мгновенно вопрос, где он скажет, нет, будем делать не вот так, как вы говорите, а вот так, как я говорю. И возникнет конфликт, очень мощный конфликт интереса. И вот тут очень важно, кто выступит той силой, которая скажет Зеленскому и его офису, скажет и его акционерам, олигархам, его друзьям, кто будет той силой, которая скажет, друзья, ужалив свои, давайте свои хотелки, будем делать вот так, вот так и вот так. Когда-то, еще много месяцев назад, на роль этого железного кулака предполагали Соединенные Штаты. То есть, почему был важен звонок Байдена? Да в конце концов, потому что кого он нам пришлет в качестве посла, нового посла. Так сложилось, что у нас более весомый орган власти в Украине – это посол Соединенных Штатов, который может нарезать задачи украинской власти, и она вынуждена брать под козырек.
Ну, раніше, но... мабуть, цю функцію виконував російський посол. До этого русский посол, да, то есть мы как бы, но до этого, смотрите, совсем до этого у нас все-таки была, да, сложная, да, не идеальная власть в лице там Леонида Кучмы того же, да. Потом пришел Ющенко, понятное дело, это просто базар какой-то был, но при нем был некий оптимизм. Если помните, рост эпохи Ющенко, это было уникальное явление. Потом пришел Янукович. Тоже сложно, понятно, тоже деструктивно, но все-таки это была некая вертикаль, которая работала. А потом прошел Порошенко, при котором размылось все. Да? И вот в этом состоянии хаоса резко укрепились позиции, собственно, посла Соединенных Штатов или, скорее всего, как мы себе привыкли думать, посла Соединенных Штатов, потому что в эпоху Порошенко украинские элиты все равно переигрывали линию Соединенных Штатов. Если мы вспомним, что было, они постоянно саботировали задания, которые им нарезали, но тем не менее глобально Украина двигалась так. Так вот, кто может быть тем кулаком, который стукнет по столу сейчас и скажет Зеленскому: выбирай вот этого человека, который тебе не нравится, сцепи зубы и слушай то, что он скажет. Опять-таки, мы не оставляем вопрос Соединенных Штатов, хотя там все может быть достаточно сложно. И второе, во что лично я не верю. Я не верю в то, что и Соединенные Штаты станут таким кулаком. Но я еще меньше верю в том, что некие группы влияния внутри Украины поймут, что надо что-то с этим делать. А коли з'явиться український кулак? Український кулак в том смысле, как мы его себе представляем, что вот народ... никогда не появится. По крайней мере, в ближайшие лет 10. Это, ну, народ сам по себе не рождает. Но, а украинский олигархат, вот как традиционные местные элиты, я имею в виду не топ-олигархат, а вот, как вы знаете, олигархи средней руки, наверное, они должны почувствовать кризис и, наверное, должны почувствовать угрозу своему выживанию для того, чтобы объединиться и дать, и настоять на том, что должно быть вот так. Вот я бы полагал, и мне больше всего нравится вот этот вот сценарий, где вот олигархат сам почувствует угрозу и решит некое движение изнутри. Но, опять-таки, вероятность крайне слаба. Поэтому будем вероятность крайне... Итак, на будущее... Наибольшая вероятность, что будет Зеленский, если вообще решит поменять премьера, то он поставит условно Шмыгаля 2.0. С меньшей вероятностью Соединенные Штаты навяжут ему неудобного премьера, которого он примется топить, помните, во времена Ющенко, и у него даже, возможно, многое получится, потому что парламентское большинство все равно под контролем Зеленского и его олигархов. Но, возможно, так получится. И совсем малая вероятность, что украинский бизнес, украинские группы влияния объединятся и настоят на каком-то своем пути развития. Но это совсем малая вероятность. Это звучит, как инопланетяне прилетят и навяжут нам конструктивный план развития. Пане Сергію, є дві моделі, а яку з цих моделей обирає Володимир Олександрович Зеленський, залежить від нього. Тож, пане президенте, думайте. Сергій Лямець спеціально для Політика Ньюз. На все добре. Thank you.